Сегодня, 31 августа, состоялось заседание антитеррористской комиссии муниципального образования Хасавюртовский район, куда были приглашены прокурор Хасавюртовского района Ибрагим Алибеков и председатель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Асият Арсланханова. Заседание открыл и вел глава муниципального образования Хасавюртовский район, председатель антитеррористской комиссии муниципального образования Хасавюртовский район Джамбул Шапиев Салау. На заседании нашей комиссии обсуждали вопрос обеспечения безопасности и организованного проведения мероприятий, связанных с началом нового учебного года. Конечно, благодаря усилиям правоохранительных органов и других структурных подразделений района, в целом оперативная установка в нашем районе характеризуется как стабильная и контролируемая. Наша с вами обязанность максимально обеспечить безопасность наших граждан в дни проведения вышеуказанных нам мероприятий. Главам сельских поселений совместно с сотрудниками полиции, с привлечением народных дружинников, необходимо обеспечить безопасность и правопорядок во всех образовательных организациях и местах массового пребывания граждан. Также считаю необходимым начальника отдела МВД России по Хасавюртскому району Асламбекову Мажидовичу с учетом массовости проводимых мероприятий внести соответствующие корректировки по расстановке сил и средств личного состава. Рекомендую маршруты патрулирования сотрудников ГИБДД максимально приблизить к образовательным организациям района и к местам массового пребывания людей в целях обеспечения дорожной безопасности и не допускать транспортных средств граждан до безопасного расстояния. Предусмотреть стоянку автотранспорта не ближе 50 метров от вышеуказанных зданий. В связи с проведением 1 сентября линеек, посвященных новому учебному году, неузнаний образовательных организаций муниципального района, распоряжение утвержден список уполномоченных лиц, руководителей и работников структурных подразделений, учреждений, организаций для принятия участия в торжественном выступлении. Распоряжение доведено до всех ответственных лиц, задействованных в проведении мероприятий. Надеюсь, что мероприятие мы проведем на должном уровне, а для этого у нас имеется достаточно сил и средств. Он ознакомил присутствующих с повесткой дня о мерах обеспечения безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения культурно-массовых праздничных и общественно значимых мероприятий, посвященных Дню знаний в образовательных организациях муниципального образования Хасавюртовский район. По этому вопросу выступил представитель отдела МВД России по Хасавюртовскому району. Второй вопрос о мерах по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности образовательных учреждений ко Дню знаний в муниципальном образовании Хасавюртовский район. По данному вопросу выступил секретарь антитеррористской комиссии муниципального района, он же и заместитель главы администрации Имампаша Бакиев. Об исполнении решения АТК в Республике Дагестан от 30 июня 2016 года о ходе реализации в Республике Дагестан мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2014-2018 годы в Республике Дагестан за 8 месяцев 2017 года и о мерах по организации профилактической работы учреждений спортивной направленности выступил Ахмед Исаков, начальник отдела физической культуры, спорта и дела молодежи. О утверждении регламента организации контроля за исполнением поручений, содержащихся в решениях антитеррористской комиссии муниципального образования Хасавюртовский район, выступил Имампаша Бакиев. Более подробно об этом мероприятии мы расскажем в понедельник, 4 сентября.